Свалявшиеся жирные клоки шерсти козы в руне, пашм, шерсть кашмирской козы. Пашмина или кашемир с незапамятных времен вызывали ажиотаж. С ней велись войны, она была показателем статуса в обществе, ее дарили и с удовольствием получали в виде подарка. Даже в святых книгах Ведах, Рамаяне, а также других древних священных писаниях вы отыщете упоминание о ней. Географически история Пашмины взяла свое начало на этих высоких горах. В Риг-Веде описывается идеальная шерсть страны Ситху или Индус, речной бассейн и место вокруг реки Иравати в Рави, как называем мы его сейчас. Там также упомянуто, что овцы самого большого региона Гангхара, известные как Ави, имеют самую лучшую шерсть. Возможно даже, что это нетронутое наследство. В то время как лучший пашм поступает с Ладакха, одни из самых мягких шалей ручной работы делаются в Башоле, неизвестном городке на берегу реки Рави возле Джамму. Никто об этом не знает, но шали из пашмины здесь до сих пор ткутся по старинке. Искусно сделанные шали Кашмирской долины – одни из самых знаменитых во всем мире. С места ее возникновения, с долины Индус, пашмина распространилась повсюду. По шелковому пути Дашала, как ее называли на хинди, достигла Среднего Востока, где ее называли Шал, а потом она стала Шалью, путешествуя дальше на запад, и европейские члены королевских фамилий начали уютно заворачиваться в мягкую ткань. Ее притягательность оставалась той же, а технология и дизайн продолжали развиваться и становились более продуманными и сложными. Измененный дизайн чаще всего отображал политические настроения. Иногда даже королевские прихоти и капризы были изображены на этих шалях, как на карте. Эти шали были настолько популярны в 18 веке, что английские и французские фабриканты с помощью машин начали массово их выпускать. Хотя в Индии традиционно для того, чтобы сделать одну шаль, на разных этапах производства чаще всего вовлекается вся семья, и весь процесс иногда длится до года. Женщины, особенно пожилые, вычесывают пашмину, подготавливая ее к плетению. После этого мужчины плетут и красят шали. Украшения и вышивку, как правило, делают и мужчины, и женщины. В этой истории о пашмине, пашм, или шерсть кашмирской козы, до сих пор привозится с этих снежных вершин и в умелых руках превращается в прекрасные шали, сплетенные или вышитые амби или пейсли. Но лейтмотивом Индии продолжают оставаться прекрасные дизайны, которыми украшают эти шали. Что-то все-таки не меняется вместе со временем.